Сирийская армия отбила атаки боевиков ТИГИЛ на Пальмиру. Террористы вторглись в город и захватили казарму, а также склады с оружием, после чего попытались вернуть под свой контроль нефтяные месторождения. Однако правительственные войска отразили атаку. Сейчас бои продолжаются на подступах к городу, но сам населенный пункт полностью контролирует армия. Напомню, сирийские войска при поддержке российской авиации освободили Пальмиру от ТИГИЛ весной. Город удерживался боевиками с 2015 года. Добавлю, античная Пальмира – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.